Рабочая группа, состоящая из жителей Малаховки, депутатов Совета депутатов и членов Общественной палаты Люберец, в очередной раз собралась в Малаховском парке обсудить вопросы дальнейшего благоустройства зоны отдыха. Что, по мнению жителей, требуется решить в первую очередь, узнала наша съемочная группа. У меня первое сразу я, что с прошлой встречи могу сказать, молодцы, сделали ограждение, стоит. С той точки я уже прошел, обошел все. Ну, на мой взгляд, достаточно все неплохо. Новая встреча и новые вопросы. Они у жителей Малаховки еще остались. Касается электричества, освещения, потому что бывает, что в зимний период, когда вода появляется, лужи, то от этого начинает, видимо, замыкать что-то. И постоянно происходит мигание. Иногда несколько фонарей бывает, что не работают. Следующий вопрос – ремонт дамбы, створы которой укреплены камнями. В настоящее время они скатились в речку, как следствие сползания грунта. Владимир Волков поручил выделить финансирование и весной приступить к решению вопроса. Также жителей беспокоит предстоящая очистка озера и спуск воды. По этому мероприятию было очень много вопросов, связанных с гарантиями населения, которые проживают ниже озера, вдоль реки Македонка. Там торфяные почвы и при отсутствии воды в реке, в торфе, будут образовываться пустоты от пересыхания. Почвы будут опускаться вместе с домами. Очистка озера состоится. Спуск воды отрегулируют. И он будет производиться автоматически. Во избежание нанесения ущерба домам, расположенным ниже уровня озера. Корректировка проекта заключалась в технологическом изменении технологических решений по добыче, по изъятию донных отложений. Значит, будут предложены, значит, донная водовыпускная труба будет проложена где-то длиной около 70 метров. И будет спуск воды из озера Черного в реку Македонку. Кроме этого, жители интересуют размещение дополнительных туалетов. Тех, что имеются, на 22 гектара маловато. И установка указателей. Рабочая группа и сами жители, конечно же, постоянно держат в тонусе сотрудников наших парков. И это правильно, потому что такое место, место отдыха, культурного отдыха, должно обслуживаться. Последний пункт на маршруте рабочей группы – входная группа, которая, по мнению жителей, выполнена некачественно. А вместо плитки, которая была заявлена как материал для облицовки элементов входа, строители использовали недорогой пластик. Алексей Абрамов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.